Тема 791. Химчистка с доставкой на дом. Недавно появившийся у нас принципиально новый бизнес химчистки Aero показывает, как курьерская служба, пусть даже самая дешевая курьерская служба, может превратиться в настоящий бизнес с более высоким уровнем дохода, нежели просто от оказания курьерских услуг. В Москве недавно открылся сервис стирки и химчистки Aero, его сайт – getaero.ru, который сам не стирает и не чистит. Курьеры службы приезжают к клиенту, забирают у него грязное белье и одежду, отвозят их в химчистки, с которыми у них договор на обслуживание, забирают чистые вещи обратно и точно таким же курьерским способом привозят их клиенту домой. Стоимость доставки у этого сервиса – 290 рублей, курьеры работают на автомобилях, но, видимо, такова специфика стирально-прачечного бизнеса, тюки с бельем на себе носить неудобно. А вообще, успех этого бизнеса предрекает появление подобных же бизнесов, где самой главной услугой становится быстрая и удобная доставка, непосредственно из дома, а не собственно специфическая. Услуга или товар. Кроме того, сервис круглосуточный, что еще приятнее. Поэтому в принципе не важно, что насадить на стержень быстрой и качественной доставки, химчистку, ремонт одежды или обуви, глажку белья, парикмахерские или массажные услуги, все будет прекрасно работать при достойном качестве и демократических ценах. Цены у химчистки Aero вполне божеские. Поэтому не говорите, что посредник не может создавать для клиента приемлемые цены. Постирать и погладить шторы всего за 290 рублей за квадратный метр – это вполне демократично не только для Москвы, но и для любого провинциального города. Наш народ настолько не избалован сервисом, что им можно хоть раз в жизни попользоваться просто для того, чтобы почувствовать себя настоящим человеком, а не ковриком у порога городской администрации. Судя по тому, что качественного сервиса вокруг практически нет, по пальцам можно пересчитать, а в некоторых городах и считать нечего. То вот вам огромное поле для деятельности. Берите любое направление бытового обслуживания, и при правильном отношении к клиентам вы очень быстро завоюете их доверие. И местный бизнес, который до сих пор работает по старинке, получит дополнительный доход. Потому что с тем сервисом, что у них сейчас есть, до них не добирается большое количество потенциальных клиентов.